Рост числа участников стартапов финтек в ОАЭ. Абу-Даби Global Market признал вторую группу стартапов финтек. Среди них стартапы, принявшие участие в ADGM лаборатории RegLab, EquiChain из Великобритании, OKLink из Гонконга, PayPal из Объединенных Арабских Эмиратов и Remitter из Канады. Сотрудничество нацелено на разработку и тестирование продуктов в контролируемой среде Sandbox. Ричард Тенг, генеральный директор Financial Services Regulatory Authority Абу-Даби, отметил, что они уже добились хороших результатов от стартапов первой группы и ожидают не меньших достижений от второй группы.